Вот и пришел июнь. Началась маршрутка, битва между теми, кому жарко и кому сквозняк. Но погода в этом году у нас какая-то нестандартная. Июнь, начало июня. А я посмотрел прогноз буквально дней на 10 вперед. Там каждый день прогнозируются дожди. И если ждать красивой, ясной, солнечной погоды, то можно просидеть, в принципе, посидеть все лето дома. Неизвестно, как погода себя поведет дальше. Ребята, которые приехали из Тюмени, Маська говорит, хоть собирайся и назад домой едь. Там настоящее лето, здесь непонятно. Не будем заморачиваться насчет того, что пойдет дождь, не пойдет. Не бывает плохой погоды, бывает плохая одежда. Вот. Берем плащик и выходим, как обычно. Тем более, что нужно добавить, что ущелье Учкош — это каньон, который прекрасен в любое время года, в любое время суток и в любую погоду. Поэтому, повторюсь, не заморачивайтесь насчет того, что пишут синоптики. Ну, нет и нет, не будет солнца, ничего страшного. Вокруг все цветет, все пахнет, все поет. Впечатление такое, что вот это вот разнотравье, разноцветие, что весна не закончилась. Плюс очень тепло. Ну, а дождь не сахарный, не растаем. Путешествуем вместе, оставайтесь на канале. Кто не подписался, подписывайтесь. Сейчас мы спускаемся вглубь ущелья. Идем его до его средней, ближе к высшей части. Вот, и там мы попытаемся отыскать тропу, которую я видел лет 15 назад. Тогда у меня не было ни планов таких, ни намерений посмотреть. Сегодня я вот на сегодняшний день вспомнил об этой тропе. Мне интересно, куда она ведет. Вот. Ну и если даст Бог, я ее отыщу, то покажу, что это за тропа, какие виды открываются. Конечно, из-за зеленки рельеф местности теряется. Не видно многих красивых скал, которые отдельно, выборочно торчат над верхушками. Все покрыто зеленью. Но так или иначе, это своя красота, своя неповторимость. Поэтому путешествуем вместе. Идем туда, вниз. Итак, начинаем движение по левому борту каньона. Открывается вид на хребет Баланын-Каясы. На первый взгляд камень, когда берем в руки, то можно понять, что это далеко не камень, а когда-то это было живым существом, часть кости довольно-таки крупного животного. Когда-то оно бегало, прыгало, вот, а сейчас вот так вот на дорожке лежит, как будто бы кусок известняка. Вовсю цветет неопалимая купина, ядовитое растение. Для тех, кто не в курсе, руками его ни в коем случае не трогать, не нюхать. Ожоги, затем язвы — пренеприятнейшая вещь. Крымская орхидея, ее еще называют по-другому. И вот мы уже заходим на скальные отвесы, под которыми находятся вторые врата Учкоша. Сейчас внизу отчетливо слышно, как шумит река Бала.
Но купание у нас возможно в конце похода, если не будет ливня, скажем так, поскольку сегодня обещают дожди весь день. Посмотрим, как поведет себя погода в горах. Да, погодка, конечно, стоит желать лучшего. Пасмурно, и по всей вероятности будет то, что и обещали синоптики, но так или иначе мы уже вышли, и отступать поздно. Впереди открываются вот такие вот виды, глобальные виды. Конечно, когда зеленки нету, это все выглядит куда глобальней, но пока вот так вот все зазеленело и абсолютно не проглядывается рельеф под зеленкой леса. Прямо под ногами обрыв, пропасть, высотой с которой нежелательно улетать. Чувство полета будет недолгим, но закончится однозначно. Вполне возможно, что мы вернемся даже назад, будем возвращаться через вторые врата по низу. Сегодняшний выход я не планировал абсолютно, то есть мы дойдем до Мартынкоса, там если я найду ту тропу, по которой ни разу не ходил, я ее заметил лет 15 назад, но вот только сегодня дошла очередь. Если я ее найду, то вполне возможно, что вернемся сюда, но может быть и нет. Сейчас же идем вниз и по руслу реки, по дну каньона будем двигаться вон, грубо говоря, до вот тех скал, которые вот сейчас по центру белой полосой. Оставляем Плакикая и движемся дальше. Так, конечно, зеленка полностью маскирует рельеф. Совершенно непонятно, что находится под зеленкой. Ну, я знаю, что там находится, но для зрителя это остается, конечно, за завесой этой зеленой тайны. Когда мы спустимся вниз, дальше уже вершин не будет видно. Будут видны только борта каньона вокруг. То есть глобализма уже этого не будет. Естественно, у человека, который впервые попадает на дно реки в этом участке, создается впечатление дикости, такой нетронутости природы. Впечатление первозданности, оно сразу захватывает, и весь маршрут, весь путь. Путник не расстается с этим ощущением, весь дальнейший маршрут. Конечно, для тех, кто не в курсе, может возникнуть вопрос. Вот я иду по руслу реки, да, шума воды не слышно. В это время воды здесь нет. Дно абсолютно сухое. Местами водичка появляется, она идет под руслом, то есть под камнями. Так или иначе, вода есть, но проявляется она не часто, так выходит на поверхность. Чем ближе к полудню, тем жарче встает. Температура повышается, это уже чувствуется. Так, ну, здесь кто-то позавтракал сегодня. Ну и через 2,5 километра пути вы попадаете к водопаду Аксек. Как ни странно, он все есть. Это нижняя часть трехкаскадного, два больших каскада выше, но мы туда не идем. Так, это я озвучил, что выше мы к верхним каскадам водопада не идем. И следом сам себе вопрос задал, почему не идем? Неужели интересно, как ведет себя верхняя часть этого водопада в это время года. Дальше идут опять-таки
каскадики, пороги. Так, вот вторая часть, несколько метровый. Ну, он опять-таки струится и не более. Ух ты, там даже верхний чуть-чуть еще есть. Вверху зияет темнота грота и верхняя часть водопада. Сейчас поднимемся, посмотрим. Так, ну мы упрощаем задачу, легких путей не ищем. Сейчас по скале поднимемся вверх. А средняя часть выглядит вот так на сегодняшний день. Но тем не менее, вот в такую сухоту, в такую жару. Так, здесь немножко для тех, кто с высотой не на ты, чуть-чуть экстрима будет. Хотя можно по левой стороне. И вот на удивление даже не водокап, а небольшой, но водопад. Вот так вот где-то с 10-метровой высоты срывается водичка. С другой стороны грот. Грот примечателен тем, что когда минусовая и в нем висят сосульки несколько метровые, вот это, конечно, зрелищно, очень зрелищно. Ну, на сегодня вот такой вот водопад Аксек. Здесь вот видно ручная кладка. И вот такая вот красота. Так, ну я сюда, в принципе, даже не планировал заходить. Это чисто случайно по пути вот стало интересно, как летом это все выглядит. И, как ни странно, я думал, он пересох, но водичка есть. Вот, даже начало проглядывать солнышко. Прям чудеса. Вот, вышло солнце. Прямо чудеса. Дай бог, чтобы это продлилось до возвращения, поскольку путь у нас сегодня не близкий. Да, большой привет Виктору Косинскому из этого места. Вот так сегодня выглядит водопад Аксек. Но на этом наше путешествие не заканчивается, а только начинается. Пьем чай и движемся дальше вглубь, вверх по ущелью. Оставайтесь на канале «Путешествие вместе». Такие вот огроменные деревья встречаются на пути. Ветерок так... Пум. И оно метров
короче, несколько десятков метров. Деревья сторожилы. О! В городе такого не увидишь. Ух, какая красота! Вот почему я не пошел по хребту там. Пропустил бы вот это все.